Участок там непростой. Многие ливневые колодцы при строительстве дороги были закатаны под асфальт. Потоки воды здесь сильно повредили полотно трассы. Поэтому работникам водостока приходится вначале практически вслепую отыскивать дождеприемники и вскрывать дорожное покрытие. Многие колодцы оказались засыпаны. За день сотрудники предприятия вывезли машину щебня. Строилась когда дорога, осталось много щебня, и сверху этот щебень весь наносится в эту ливневую сеть. Ливневая сеть стоит на балансе в водостоке, это сеть наша. Соответственно, мы занимаемся планово своей прочисткой своих сетей. Коллектор сейчас работает в исправном состоянии, как бы, чтобы не допустить его засорения, мы ведем плановую работу выше коллектора. После расчистки на ливневке установят новые решетки. Специалисты обещают, движению автомобилей мешать они не будут. После окончания работ на улице Фабрициуса бригада водостока перебазируется в Адлерский район. Освобождать от ила и мусора Ливнестоки на улице Просвещения.